Привет всем любительницам и любителям гусеничного транспорта с пушечками. С вами вновь Эфемер Абстрактный. И сегодня я буду вам показывать, как взял мастера на давно забытом подарочном танке Толди 3 43М. Возможно, вы уже забыли, как встречали Новый год, и забыли, что вам подарили этот танк, и даже, может быть, сразу его отправили на продажу, дабы освободить себе слот в ангаре. Но я так не стал поступать, и все это время до февраля пытался на нем прокачать экипаж и взять мастера. Мастеров не удавалось взять, вот только все эти мастера получались посмертно. И вот в результате, наконец-то, я выжил и все-таки его взял. Итак, еду я на горку, чтобы посветить. Потому что все-таки, как ни крути, танк-то у нас светляк. Стоят у меня здесь сеточка, дозыватель и сведение. Экипаж на момент снятия видео где-то составляет 98%. То есть это еще все-таки не 100% экипаж, так я его так и не успел выкачать. Вот, что я могу сказать, уже ближе к 100% экипаж, когда становится, танк начинает хоть чуть-чуть что-то уметь. Здесь мне дают понять, что ОИ экспериментальный, это вам не то, чтобы это всегда ваншот. На самом деле, мне, конечно, повезло жутко, что урон весь ушел в гусеницу. Я думаю, он просто рвет на себе. Здесь мне помогают. Мне очень сильно помогают. Потому что, ну, если бы не помощь, то я бы тут кончился уже. Вот, АБТ-7 переоценил свои силы. Я, естественно, как всегда на светляке в этом месте, все, наверное, делают так, уезжаю и пытаюсь насадить что-нибудь из чего вкусненькое. И насвечиваю, как ни странно, КВ-1. Вот оно, товарищ. И КВ-1 получает по засвету. Начинает получать. Тут же я смотрю, что есть ковенантер, которого я могу теоретически пробить. И пробиваю. Но я понимаю также, что КВ-1 никто еще до сих пор не убил. Поэтому... К сожалению, пробитие 64 КВ-1 не напугать даже. Может только краску поцарапать ему. Даже в борт. Ну, с другой стороны, если бы я, может быть, был бы поближе и стрелял как-нибудь куда-нибудь сзади, то теоретически можно КВ-1 пробить. Это только теоретически, на практике он даже просто не даст мне так близко подойти. Большинство. А вот так должен поступать любой светляк, который хочет жить. И здесь вот гриль. Гриль, конечно, я не знаю, зачем он здесь. Скорее всего, не хватает орудия. То есть гриль совсем не качан. И вот взрыв БК грилю. Приятно. Я надеюсь на своих ТТ на горе, и уже как-то сильно им, ну вот они, собственно, добирают, сильно не подсвечивают. Еду светить дальше, где-то должна быть Су-26 вкусная. Заметьте, что я рискую сильно, потому что у меня остается всего 55 прочности.
машины боевой. Поэтому, хоть и вроде и хочется, и колется, но вот я все-таки выхожу Су-26 и стреляю по правой кнопке без сведения в движении, попадаю, еду дальше. Скорости никак. То есть, вроде три цели, я не могу ни на одной сосредоточиться, но вот ладно, все-таки попадаю. То есть был бы другой танк, я бы уже, наверное, попал и два раза, а то и три. Но Толди так просто не дается. Толди должен ждать, чтобы сведение достигло какого-то нормального круга, чтобы он уже наконец попал. На этом я заканчиваю это видео. Не забывайте подписываться, смотрите описание, там есть ссылочки на социальные группы. И до встречи в других видео.